Житель Магнитогорска заминировал здание законодательного собрания области. Мужчина позвонил в дежурную часть рано утром. Он сообщил, что скоро будет взрыв, но никакой мины на самом деле заложено не было. Лжетеррориста поймали. Звонил он из Магнитогорска, но это не стало помехой для его задержания. Мужчина заявил о бомбе в здании ЗСО на следующий день, после того, как туда пришли около 50 человек. Они выступали против введения QR-кодов. А в тот день как раз власти должны были обсуждать их повсеместное введение, в том числе в авиа и ЖД-транспорте. Люди пытались пробиться через охрану, завязалась потасовка. Почему я стою здесь? Я попрошу вас не перебивать. Пригласите нас сюда. Нет, приглашать мы не будем, потому что это режимный объект. Какой? После такого штурма в полицию увезли двух женщин в возрасте. Они попали под административную статью за участие в несанкционированном митинге. Судить одну из участниц конфликта будут уже завтра.